Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Татьяна Курячая. Сегодня у нас второй урок. Кризис – это благо или это проблема? Наконец-то закончились все праздники, с которыми я вас всех поздравляю. И наконец-то наступило время для трудовой деятельности, для тех шагов, которые могут привести к успешным и высоким результатам. Вы должны были все просмотреть первое видео и проанализировать предыдущий год – проанализировать свои действия, свою деятельность и те результаты, которые вы достигли в прошлом году. Если вы этого не сделали, обязательно просмотрите видео и обязательно проанализируйте, потому что у вас должна быть точка опоры, точка отсчета, с которой вы двинетесь. Но раз вы здесь, то вам я просто говорю, а другим людям напоминаю. Кризис – это великолепная возможность для улучшения своей жизни. Это как раз та точка опоры, точка отсчета, от которой можно двинуться и стартануть гораздо быстрее. Это, знаете, как у спортсменов-бегунов есть специальные опоры, на которые они опираются для ускорения. Вот кризис – это как раз те опоры, которые дают ускорение. Но очень важно, чтобы вы поменяли в своей голове то мышление, которое у вас идет. Есть сейчас, или если у вас есть реакция на кризис, что это проблема. Потому что кризис – это благо. И прежде чем мы двинемся дальше, что необходимо делать, я хочу вам рассказать небольшую такую притчу. Как-то однажды решили проанализировать, как ведут себя мыши и как ведут себя люди. В один лабиринт, в одно место заложили огромное количество сыров, наивкуснейшего, которого хватило бы на всех. И дали задание 4 мышкам и 4 людям, чтобы найти этот сыр. Мыши, долго не думая, они сразу же прям рванули и вместе начали нюхать друг другу, помогать, что-то делать. И в конечном итоге очень быстро нашли этот сыр, наелись, запомнили те действия, которые они делали, ту дорогу, вернулись и пошли гулять. А люди очень долго говорили: да что мы, сейчас мы еще с мышами пойдем, мы сейчас решим, что нам надо сделать. И начали выбирать, кто из них главный будет, кто не главный, кто будет отвечать, кто будет не отвечать, кто будет делать и все остальное. Соответственно, люди намного позже нашли, они нашли этот сыр, но намного позже. И, естественно, тоже так же наелись и в конечном итоге вернулись обратно из лабиринта. На протяжении целой недели мыши вместе, чтобы не потеряться, чтобы ничего не забыть, вместе быстренько прибегали, ели сыр и потом занимались своими делами. Уходили на волю и делали свои дела. Люди же делали совсем по-другому. Они нашли, зачем им нужны другие люди. И в конечном итоге они просто ходили по очереди, когда кому заблагорассудится, к этому сыру. Когда закончилась неделя, то взяли и сыр с того места, куда все ходили, убрали. И сыра там не было. Когда пришли мыши на место вместе все и сыра не увидели, они, конечно, вздохнули, ну и сказали: ну а что теперь делать? Нужно искать опять. И они начали опять точно так же совместно вместе, начали нюхать, помогать друг другу и нашли новое место, где находится сыр. Люди же... они могли пойти за мышами, но мы же люди, мы же гордые, Господи, зачем мы будем за какими-то мышами ходить? Мы же люди, человек звучит гордо. Они пришли, и у них началась война. Они начали обвинять друг друга, что кто-то перепрятал сыр. Потом в конечном итоге они передрались там, переругались в конечном итоге, когда они поняли, что никто из них не перепрятал сыр, они начали обвинять тех организаторов, которые этот сыр куда-то убрали. Да какое они имели право, кричали они. Да как же мы нам теперь жить? Кто-то ругался, кто-то плакал, кто-то вошел в депрессию. Да мы же привыкли, да мы же уже привыкли, мы уже знаем дорогу. Да нам же так было хорошо, так нам же было так комфортно. Да как же так, а как же жить дальше? И вот эта проблема у людей была вот долго и длительно, и они потеряли огромное количество времени, выбились из сил. И когда уже поняли, когда уже полностью выбились из сил, они поняли, что если они не будут искать сыр, или если они не будут следить за мышами, то тогда они никогда этого сыра не найдут.
И в конечном итоге люди начали искать этот сыр. Конечно же, они его нашли, но они потеряли столько времени, огромное количество времени на перемалывание вот этих проблем, на обвинение друг друга, на обвинение всех на свете, что вот их лишили такого блага. Что происходило с мышами? Мыши быстро нашли и быстро решили эту проблему, быстро ели и в остальное время наслаждались этой жизнью. Хотя вроде бы произошел кризис. Что делали люди? Они долго спорили, они долго разочаровывались, они долго ругались, и в конечном итоге потраченное время впустую они потратили только на депрессию и на состояние страха, на состояние ужаса, что они никогда не найдут сыр и просто умрут в этом лабиринте. Мораль такова. Кризис – это не есть на самом деле. Даже если произошли какие-то изменения, которые вам не нравятся, это не есть кризис, потому что для мышей кризиса не было. Они все равно остались сыты, и они все равно наслаждались жизнью. Для людей случилось все по-другому. Если вы кто-то узнали себя в этой ситуации, то пришло время изменений. И пришло время использовать кризис для блага себя. И цель... Я сейчас запишу одну фразу, которую я рекомендую, чтобы вы записали себе. Иди за сыром наслаждайся переменами. Наслаждайся переменами. Вы, конечно же, понимаете, что под словом «сыр» это я подразумеваю цель. Вы, конечно же, понимаете, что это неоднозначно сыр. Но в любом случае, действительно, когда мы хотим есть или мы хотим чего-то очень сильно, в этой ситуации у нас срабатывает момент, мы просто... мобилизуемся, идем и находим это, и добиваемся этого. Если мы не будем этого делать, то в конечном итоге мы останемся за бортом, и в конечном итоге мы не сможем наслаждаться этой жизнью. И если даже мы идем за этим, то знаете как, я еще раз приведу пример. Когда женщина беременна и хочет родить ребеночка, пока она беременна, у нее очень много трудностей, но она наслаждается тем процессом вырастания малыша в животе, теми моментами его изменения, теми ситуациями, которые близки ее окружают и все остальное. Вот эти ощущения внутренние, она наслаждается этим процессом, потому что она знает, что в определенный момент это случится. Вот любая цель должна быть таковой. Она должна быть желаемой. И если она такая же желаема, как сыр в лабиринте, то тогда вы будете наслаждаться тем процессом, пока вы идете к этому. Что же происходит обычно? Что же делать, когда вы не можете перестроиться и продолжаете быть вот в этом страхе, в этом кризисе, в этом внутреннем кризисе и не можете выгнать из своей головы кризис? Что же нужно делать? Вот смотрите, если кризис находится в вашей душе, если он находится в вашей жизни, или находится именно как кризис в стране, необходимо в этой ситуации задать себе один вопрос. Запишите его, пожалуйста. Задайте вопрос. Что бы я мог сделать, если бы во мне не было страха? Что бы я мог сделать, если бы во мне не было страха? Того, который был страх, вот, что вот вдруг ничего не получится. Задайте себе вопрос и попробуйте на него ответить. Потому что победив страх... Я вот прям вот так вот подчеркну и напишу. Победив страх, когда вы победите страх над своими, непониманием,
со своем нежелании, со своей какой-то гордостью глупой. Вот знаете как, те мыши, они похожи на сетевиков. Извините, что я нас сравниваю с мышами, но в любом случае, вот именно сетевики, они мобилизуются вместе и начинают вместе это делать. Привычные действия, это делают именно те сетевики, которые действительно достигают результата. И даже если приходят в структуру из другой сетевой компании люди, то они просто делают обычные, привычные действия, независимо, есть ли кризис или нету его. Так вот, смотрите, если вы победите страх, то у вас произойдет, вы обретете свободу. Первое, обретете свободу. Голова очищается, голова высвобождает вот всякие вот страхи, переживания, какие-то обвинения. Происходит свобода. И, соответственно, свобода к принятию решения. К принятию решения. К действиям. К решению проблем. Вот когда, знаете как, когда происходит вот эта свобода вычищением, знаете как можно это вот, например, победить страх? Представьте, вот возьмите на стол, сложите целую кучу всяких вещей, вот мелких, крупных, всего остального. Чтобы освободить стол, что необходимо сделать? Просто сгрести все это. Или выбросить что-то, или просто свое место где-то на столе это разложить. Правильно? Точно так же в нашем голове, в нашем мозгу. Если мы просто разгребаем, убираем лишнее, выкидываем, так же, как на столе, а к каким-то ситуациям просто определенные полочки делаем, тогда у нас высвобождается пространство для принятия решения, для действия и для решения наших проблем. Потому что если мы говорим, вот у нас проблема, не хватает, вот проблема, проблема, проблема. Нужно говорить по-другому. Как я могу решить эту проблему? Что я могу сделать, чтобы эта проблема перестала быть проблемой? Как? Слово «как» работает именно в этой ситуации. Смотрите, происходит к мобилизации. К мобилизации сил, к мобилизации ресурсов. Я напишу сил, но вы себе там напишите. И еще происходит к расстановке приоритетов. К расстановке приоритетов. Тогда сразу же начинает мобилизоваться все. И начинает работать на то, чтобы действительно произошли глобальные изменения в вашей жизни. Но для этого нужно победить страх. Если вы его не победите, у вас так и будет продолжаться. Потому что неважно, кризис или не кризис, всегда все равно вы делаете определенные действия, которые приводят к результату. Но вам очень важно победить страх в душе, победить страх в жизни и победить страх в стране. Потому что одно другому не мешает. Потому что на самом деле это работает. Я это знаю точно, потому что в определенный момент, когда я проходила это обучение, именно у меня тогда был кризис в голове, и именно в тот момент я решила все те проблемы, которые мне казались нерешаемые. Я была теми же людьми, которые обвиняли, а в конечном итоге потом сказала, я лучше буду делать так, как мыши. Я лучше буду искать, вот нету, ладно, я буду искать в другом месте. И я гораздо быстрее начала решать те проблемы, которые у меня были. И начала достигать гораздо быстрее тех результатов, которые были мне необходимы. И у меня вот это все начало происходить.
чем яснее вы видите тот сыр, какого он цвета, какого он вкуса, какой фирмы, сколько его у вас, чем вы это яснее видите, тем гораздо быстрее вы сможете победить свой страх. Потому что если вы этого не видите, с вами будет продолжать этот страх жить. Вы будете в той же зоне комфорта жить и свесите лапки и скажете, ну все, буду помирать. Понятно? Тахта, телевизор, тапочки. И ничего не изменится в вашей жизни. Итак, давайте мы сейчас с вами напишем те пункты, которые необходимо сделать. Первое и самое важное, когда вы победите страх, когда вы действительно его вот так вот соберете в кучку, и для того, чтобы его победить, вам нужно начать делать определенные действия. Я сейчас вас нисколько не удивлю, но в любом случае запишите это, потому что именно эти шаги могут изменить кардинально вашу жизнь. Станьте лучше. Лучше. Станьте лучшим. Почему мы идем за кем-то? Почему на него мы равняемся? Потому что мы видим, что он лучше нас. И он является вектором тяги. Станьте тем вектором тяги, за которым пойдут люди. Для того, чтобы именно у вас изменения произошли, станьте лучшим, станьте той точкой, тем вектором, за которым пойдут люди. Смотрите, что необходимо делать? Первое. Обязательно начать развивать свое имя. Имя или бренд. Что такое имя или бренд? Вот, например, до тех пор, пока я не преподавала в интернете, очень многое количество людей не знали, кто такая курячая. Сейчас происходит такой момент, что есть люди, которых я не знаю, но знают меня, которые благодарят меня за то, что я даю. Когда я приезжаю в какой-то город, ко мне подходят незнакомые люди, и они со мной советуются, они меня благодарят. И, то есть, произошло имя бренд. То есть, Татьяна Курячая уже в определенных кругах известна. Вы известны в определенных кругах, чтобы к вам тянулись. Как могут прийти к вам люди из интернета, из других стран, из других городов, если вы неизвестны? Соответственно, имя бренд можно развивать в соцсетях, на своем собственном блоге, создать свой сайт. Очень важно, тут вот много пунктов может быть. Это может быть даже в городе, то есть свой АП, свой агентский пункт. Даже если нет своего агентского пункта, вы на чьем-то агентском пункте можете стать профессионалом. Соответственно, вам необходимо стать профи. Стать профессионалом и стать интересным для тех людей, которые придут к вам. Если вы станете интересным для самого себя, для своих близких, то, соответственно, знаете как, земля слухами полнится. Вы начнете быть интересным и для других. Вот над этим необходимо поработать, это первый пункт. Смотрите. Люди должны понимать, кому они идут. Помните, я говорила в прошлом видео, что большое количество людей, например, лишится работы или будет, ну как вот, уволена или уйдет самостоятельно, потому что зарплата будет ниже. Или другие сетевые компании, в которых произойдут определенные катаклизмы, а уже начали происходить, они начнут искать привычное для них дело, то есть сыр тот же самый они начнут искать. Соответственно, кому они пойдут? Они пойдут к тому человеку, который является профи, у которого действительно есть имя. И вот у вас есть уникальная возможность это сделать. И именно за этот год взять просто и совершенно изменить свое имя и свой бренд. Изменить себя глобально. Смотрите, следующий пункт.
Следующий пункт у нас идет. Это найдите истинную цель. Найдите истинную цель. Недавно, на днях мы делали анализ нашей деятельности с моими лидерами, и я не буду называть имен, но была такая цель обозначена. Я хочу сделать квалификацию директора, мне сказали. И я сказала, что квалификация директора – это не цель, потому что цель – это что-то большее. Я говорю, хорошо, квалификация директора, зачем она тебе нужна? Что такое директор? Директор – это вообще абстрактно. Директор – 3000 баллов – это одна квалификация. Директор, который получает 4-5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей – это одна квалификация. И тот же самый директор может быть в квалификат 4000 баллов, и у него может быть структура очень большая. Каким директором ты хочешь стать? Для чего тебе нужна эта квалификация директора? То есть очень важно понимать, это я про сетевой. Зачем вам это надо? То есть цель директор, цель квалификации не может быть. Может быть, что эта квалификация может дать вам? Что она вам принесет? Какое благо? То есть, знаете как, распишите ее как сыр. Что это для вас? Что это даст? Имя, деньги, определенные значимость. Что это для вас? Вот тогда это будет истинной целью. У нас были эти уже уроки, я не буду вдаваться здесь в подробности. Но важно понимать. 31 декабря 2015 года очень важно понимать, кем вы будете. Не то, что директором, а какой вы будете. Чего вы достигнете? Ну, баллов это понятно. Что с вами произойдет? Какое изменение? Кто вы? Кто вы? Определите. Вот в это время, в новогоднюю ночь, вы будете понимать, кто вы. Вы такой же, как всегда? Вы хуже? Или вы действительно за этот год реализовали очень много своих мечт и целей? Кто вы? Определитесь. Третий пункт. Определите основные задачи. Определите основные задачи. Задачи, конечно же, должны быть по достижению вашей истинной цели. Понятно? Определите основные задачи. Что может привести вас к этому результату? Посидите, подумайте. Если вы хотите что-то, какие шаги вам необходимо делать? Не то, что пока план, пока не план это. Это больше, знаете, как видение. Это понимание. Что вам надо сделать, от чего отказаться, что подтянуть, что... То есть подумайте, какие задачи вам необходимо решить для того, чтобы достигнуть своей истинной цели. Четвертый пункт. Сделайте ревизию ресурсов. Так, я переверну, потому что здесь мало места. Там надо будет функцию писать. Четвертый пункт. Сделайте ревизию ресурсов. Каких ресурсов? Что вы умеете уже сейчас? То есть какие у вас есть моменты, какие у вас есть уже достижения, какие у вас есть навыки, которые вы уже умеете делать запросто, которые могут действительно в короткие сроки... То есть знаете как, вот у мышей они умеют нюхать, и они на запах идут на сыр.
Что вы умеете нюхать? Понимаете про смысл в кавычках? Что вы такое умеете делать, чтобы ускориться? Второй пункт. Здесь. Чему надо научиться? Ну, например, предположим, кто-то решит сделать свой блог и свой сайт. Чему надо научиться? Если вы это умеете делать без проблем, если вы не умеете, то вам обязательно нужно этому научиться. Согласны? То есть, если вам это поможет продвинуться, если вам это поможет достигнуть вашей истинной цели, тогда чему вам надо научиться, чтобы ускориться? Следующий пункт. С кем вы пойдете? Вот смотрите, если вы пойдете с теми, которые вот как люди ходили за сыром, которые ругались, которые не помогали друг другу, то тогда вы очень долго будете идти до своей цели. Как, почему мыши быстро дошли? Потому что они были вместе, потому что у них была общая цель, и они совместно друг другу помогали. Кто с вами пойдет, чтобы совместно помогать друг другу, и чтобы вы могли достигнуть очень быстро этого результата, чтобы вы быстро нашли этот сыр в кавычки? Следующий пункт. Кто поможет вам? Кто поможет? Что значит поможет? Это может быть какой-то профессионал, это может быть какой-то учитель, это может быть какой-то человек, который будет, может быть, ментальным спонсором вашим, может, коучем вашим будет. Кто может вам помочь в этой ситуации, даже если, предположим, вы не можете составить план по действию, по достижению, или не понимаете, чему вам необходимо научиться, кто может вам в этом помочь? Кому вы можете задать те вопросы, которые дадут вам возможность увидеть картину более глобально, в целом, чтобы вы понимали, что надо еще для того, чтобы двинуться вперед и чтобы достичь своего результата? Пятый. Составьте план действий. План действий. Если вы не будете знать, как вам это сделать, и он не будет у вас прописан, то я вам точно говорю, вы не достигнете результата, вы вот будете вот такие вот тахта, телевизор, тапочки. Потому что одно дело желать, другое дело действительно пошагово прописать, чтобы не было стресса, чтобы не было страха, чтобы не было вот этого состояния внутреннего дискомфорта. Когда у вас прописаны действия, знаете как? Разбейте их на этапы. Разбить на этапы. Предположим, вы ставите цель к концу этого года, 2015-го. Ее необходимо разбить на этапы. Какие могут быть этапы? Этапы могут быть по месяцам, этапы могут быть по периодам, и этапы могут быть понедельно. То есть по временным рамкам этапы могут быть, например, предположим, вот первых три периода вы, предположим, делаете рекрутинг, а следующие три периода вы учите людей рекрутингу, а следующие три периода вы контролируете и обучаете. Разбейте по этапам, по действиям, разбейте, пропишите. Тогда вам, знаете как, когда вы расписываете по периодам, насколько вы можете прирасти каждый период, ну, предположим, каждый период вам необходимо прирасти на 500 баллов. Ну, грубо. Посчитайте, у нас 17 периодов. 17 умножьте на 500. Вы увидите, каких результатов вы можете достигнуть. Ну, если вам это много, 500, ну, сделайте на 200. В любом случае, квалификация директора к концу года однозначно будет у вас. Но важно понимать, вот если вот эти 500 баллов нужно в определенный период прирасти, что для этого необходимо сделать? Здесь будет еще подэтапы. То есть, знаете как, я сейчас попробую вам, нарисовать вот здесь. Вот предположим,
Вот у вас есть цель. Вот большая цель. Это, знаете, как на клеточки разделить практически. Что у вас в этой клеточке? Что вы здесь должны сделать? Может быть, у вас тут несколько будет еще клеточек. Понимаете, о чем я говорю? Может быть, вот здесь вот будут еще вот какие-то клеточки. Вам очень важно вот такие этапы разбить. Может быть, вот это будет вот один этап, вот такой вот. А потом будет следующий. Понятно? Поработайте с этим, посидите, порасписывайте, вам тогда гораздо проще будет. То есть вы не будете заморачиваться, ой, сколько надо сделать. Вы будете понимать, вот в этот период мне необходимо сделать вот это, вот это, вот это, вот это. В первую неделю я делаю вот это, во вторую неделю я делаю вот это, а в третью неделю я делаю вот это. Когда у вас будет разбито это по периодам, по этапам, по шагам, то тогда вам гораздо проще, вы не будете заморачиваться и бояться, у вас страха не будет как такового. Вы будете понимать, вот я на этой неделе должен зарегистрировать 10 человек. Что я могу сделать? И все, и пошло дальше. Понятно? Давайте следующий этап. Шестой пункт. Преодолейте страх. Преодолейте страх. Что значит преодолеть страх? Смотрите. Выявите относительно чего ваш страх. Выявить относительно чего ваш страх. Может быть, ваш... Знаете, когда вот, например, если человеку сказать, прыгни с дома в 9 этажей, это понятно, страх погибнуть. Это ясно. А относительно чего ваш страх? Например, некоторые боятся приглашать людей в компанию. Относительно чего? Что на вас не так посмотрят? Что вам откажут? Выявите этот страх, потому что на самом деле иногда мы боимся не того, а вообще то, чего бояться вообще не нужно. Но нужно понять, чего вы боитесь, что с вами происходит, в какой момент, чтобы вот это убрать лишнее. Смотрите дальше. Оцените, что надо сделать, чтобы справиться с этим страхом. Я напишу коротко. Что сделать? Что необходимо сделать, чтобы справиться с этим страхом? Предположим, вы боитесь публичного выступления. Вы боитесь человеку рассказать о бизнесе. Что для этого надо? Ну, понятно. Первое, это нужно действительно прописать презентацию и понимать, быть уверенным в том, что вы говорите. Это первый момент. А второй момент, несколько раз попробуйте, вы бояться перестанете. Вы думаете, я не боялась, когда я только начинала записывать видео? Это катастрофа была просто. Теперь у меня нету страха. У меня есть просто определенные задачи, которые я должна сделать. Как мне сегодня мама говорит, Таня, а тебе это надо? Я говорю, да, это мой функционал. Это моя задача, которую я должна делать. Я для себя ее определила. И я поборола этот страх, 1, 2, 3 раза записала видео, и я перестала бояться экрана, я перестала бояться преподавать. Вам необходимо определить, что вы можете сделать, чтобы побороть этот страх. Еще один из пунктов здесь. Самый важный. Начните преодолевать этот страх, то есть действовать. Я напишу «действовать». Это знаете как? Это как кататься на велосипеде. Если, предположим, в определенный момент вы бы не умели ездить на велосипеде, когда вы первый раз сели или на машине, это ужасно страшно. Я это знаю теперь. Это ужасно страшно. Ну, раз проехал, два проехал, три проехал, четыре проехал. И страх этот уходит через действия, через наступание на какие-то ошибки, на какие-то сложности. Но каждый раз отрабатывается, и уже страх пропадает.
Потому что ты действуешь, и ты уже перестаешь бояться того, что, ну, если у тебя получается это запросто. Те, кто водит машину, знают, что переключать скорость, это не страшно, но когда тебе нужно на скорую, когда ты едешь, и нужно переключиться на другую, и нужно определенные действия сделать, и голова должна сообразить, и нажать определенные педальки, и вот это вот нажать, ужас какой-то. Но на самом деле это не страшно, потому что запросто сейчас я это делаю. И те, кто ездит на машине, они знают, что вырабатывается привычка. Поэтому если вы выявите свои страхи, определите, что вам необходимо сделать, чтобы побороть этот страх, и начнете действовать, то ваши страхи уйдут прочь. Давайте напишем следующий пункт. Следующий, 7-й пункт. Поймайте вдохновение. Вдохновение. Это тот драйв, который, вот, например, и опять же на машину. Вначале страшно, а потом это вот кайф. Вот это ощущение драйва, удовольствия. И если вы с этим удовольствием будете двигаться, то у вас всегда будет позитивный настрой, и вас люди будут воспринимать, за вами тянуться будут, потому что вы с настроем, с удовольствием это делаете. Как вот я сейчас вам записываю это, в удовольствие это видео. То есть драйв. Когда вы начнете его чувствовать, вы будете получать громадное удовольствие от этого. 8-й пункт. Решите для себя быть финансово успешным. Финансово успешным. Знаете, почему я написала «решите для себя»? Потому что вроде бы как нужны деньги всем. И вроде бы все хотят финансово быть успешными. Но я очень часто слышу от людей, которые говорят: «Это нереально, мне бы хотя бы вот такую-то сумму». То есть, когда мы начинаем планировать, то очень многие планируют или слишком завышенные суммы, и реально не воспринимают, что это очень много надо будет сделать, что это, да, это возможно, но это нужно очень много сделать. А есть такие, которые боятся больших цифр, боятся больших результатов, боятся больших доходов. Поэтому решите для себя быть финансово успешным. И выберите именно свою финансовую успешность. Потому что для одних это 100 тысяч, им кажется, это что-то запредельное. А для других 100 тысяч долларов. А для третьих там миллион долларов. То есть определите и решите, что вы хотите быть финансово успешными. Смотрите, что мы здесь напишем. Установите четкие финансовые цели. Установите четкие финансовые цели. То есть определите, какая цифра вам нужна. И следующий пункт – это разработайте свой собственный бюджет. Разработайте свой собственный бюджет. Конечно же, по первости будет очень сложно, потому что очень много дыр, которые надо будет закрыть. Но когда вы будете прописывать те дыры, которые надо закрыть, и что вам необходимо сделать, чтобы закрыть эти дыры, то тогда постепенно одна дыра закроется, другая дыра закроется, третья закроется. И наступит такой момент, когда у вас будет только прибыль. И вы будете от этого получать драйв, удовольствие и кайф. Но очень важно прописать, очень многие боятся написать свои финансовые проблемы, даже для себя лично. Если вы не хотите никому обозначать, возьмите, напишите для себя, какие есть у вас проблемы финансовые.
Распишите их пошагово и распишите, откуда вы можете взять деньги. Сколько у вас сейчас доходов, сколько вы можете прирасти в доходах. И распишите. Я не буду сейчас даваться подробности, потому что финансовая грамотность – это совершенно новая, другая тема, и там нужно работать много-много времени. Давайте будем смотреть дальше с вами. Когда вы это сделаете, то вам необходимо, девятый пункт, начать уже быть руководителем или управленцем. Начать быть руководителем или управленцем. Для тех, кто смотрит, кто является уже руководителем или управленцем, они понимают, о чем я говорю. Но в любом случае бывают такие ситуации, когда человек даже достиг квалификации, но внутренне не чувствует себя управленцем или руководителем. И огромное количество людей, которые смотрят мои видео, это простые консультанты. И они боятся этого. Если вы не научитесь руководить и не научитесь управлять уже сейчас самим собой и своей структурой, то у вас ничего не двинется дальше. Давайте рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы стать руководителем. То есть, знаете как, вот очень важно представить, даже если у вас сейчас обороты, которые вас не устраивают, если у вас жизненная ситуация денежная не устраивает, то представьте, что это у вас уже есть, что вы уже, посмотрите на это глобально. И вот исходя из этого, начните делать определенные дела. Первое. Это вот чтобы руководителем. Руководитель. Что должен делать руководитель? Первое. Подведите итоги. Это я вам говорила, что в предыдущем видео. И очень важно, чтобы эти итоги подводились каждый месяц. Я пишу каждый месяц. Или период лучше. Второе. Разработайте поощрение. Мы называем это промоушен. Но разработайте поощрение на каждую целевую группу. Есть привилегированные покупатели, есть продавцы, есть рекрутеры, есть руководители. На каждую целевую группу разработайте свое поощрение. Придумайте свои промо-акции и объявите людям. Замотивируйте их, дайте им возможность получить эти подарки. Они получают подарки, вы получаете результаты, люди довольны и вы довольны. Разработайте свое. Третье. Есть у компании, но вы еще дополнительно свое сделаете, и вы увидите, какой результат будет. Планируйте. Планируйте. Обязательно планируйте лично. И обязательно планируйте со своей структурой. С командой я напишу. Если вы будете планировать только лично, но с командой не будете связываться, тогда, знаете как, ну, ваше личное может остаться непонятно где. Потому что, возможно, вы кому-то занижаете планку в команде, а может быть, кому-то слишком завышаете, а ему это нереально сделать. Если вы свой личный план возьмете и проговорите с вашей командой, то вы увидите, или вам нужна корректировка вашего плана, или ваша команда согласится, и вы просто вместе будете это делать. Четвертый пункт. Обучайтесь сами.
Обязательно образовывайтесь, обязательно повышайте свой уровень компетенции, иначе вы никогда не сможете стать руководителем, вы никогда не сможете достичь больших результатов. Я знаю огромное количество людей, миллионеров, которые уже достигли результата, но они продолжают обучаться. Они продолжают видоизменяться. Им не о чем будет разговаривать. Знаете как? Сейчас другую ситуацию. Как-то однажды, много лет назад, мой консультант и моя подруга сказала мне одну фразу. Я ей безумно благодарна, потому что на тот момент для меня был какой-то кризис в моей голове. Когда я перестала обучаться, перестала выдавать какую-то новую информацию, она мне сказала, я говорю, почему ты меня никогда не спрашиваешь ни о чем? Она говорит, о чем мне тебя спрашивать? Я все это знаю, то, что ты говоришь. Ты ничему новому не обучаешься. Хорошо, что прошло очень мало времени. И благодарю я ее, что она мне это сказала. Потому что с того момента я начала продолжать образовываться. У моего отца была такая фраза, сколько мы в нашу жизнь живем, столько мы в ней учимся. Если вы будете всегда образовываться и всегда обучаться, вы будете всегда видоизменяться, вы всегда будете интересными и востребованными для своих людей. Смотрите, здесь получается повышение компетенции и разработка обучающих процессов для вашей команды. Если вы не будете обучаться сами, вы не будете знать, что вы можете дать вашим консультантам. Поэтому, соответственно, обязательно обучайтесь и разработайте обучающие программы, обучающие процессы, какие-то обучения для разных целевых групп. Пятый пункт. Продажа. Продажа. Продажа может быть продукта, продажа бизнеса, ну не в смысле деньги на деньги, а продажа бизнеса, то есть реклама бизнеса вашего, вашей деятельности, вашей команды продажи бизнеса, продажа мероприятий. Соответственно, и обучающих ваших процессов, и своего бренда. Своего бренда. Если вы не научитесь продавать вот эти все пункты, то грош цена вашему бизнесу. Ничего не произойдет. Если вы знаете, как продавать продукт, вам есть чему научить ваших консультантов. Если вы знаете, как предложить бизнес и сделать бизнес-предложение, продать тот бизнес именно в вашей команде, значит, вы научите своих консультантов. Если вы знаете, как продать, ну, в смысле, не денежно, а рассказать, смотивировать своих консультантов на поездки на какие-то обучающие моменты, на какие-то изучение курсов, всему остальному, если вы научитесь продавать им, вот именно продавать, не в плане, чтобы они вам деньги отдали, а чтобы вы продали, и они безумно захотели пойти купить, найти, научиться, то тогда вы не сможете научить, если вы не умеете сами. И своего бренда, то есть продажа самого себя, кто я, почему со мной, почему именно я должен быть вашим наставником, чтобы вы действительно выросли и достигли многого. И еще один из пунктов, который я хотела бы рассмотреть, это шестой пункт. Придите к изменениям своей деятельности. Придите к изменениям своей деятельности. Вот смотрите, вы посмотрели предыдущий урок, вы проанализировали, достигли результата. Если вы удовлетворены своим результатом,
Я вас поздравляю. Если вы не удовлетворены своим результатом, чаще всего бывает так, человек хочет всегда больше, чем он достиг, то это значит, вам нужно что-то изменить в своей деятельности, что-то сделать по-другому, то есть скрестить как-то руки по-другому, не так, как мы привыкли, а может быть вот так скрестить, а может быть вот так скрестить. То есть скрестить руки по-другому, какие-то действия по-другому надо сделать, чтобы результат был выше. Давайте рассмотрим несколько пунктов, что мы должны сделать по-другому. Каждый из нас умеет рекрутировать. Я буду писать рекрутинг. Очень важно не просто рекрутировать самому, а очень важно организовать рекрутинг. Организовать рекрутинг. Ну, простой пример. Вы можете зарегистрировать 10 человек, а если вы будете это делать со своей командой, это будет 50, 80 и более. Правильно? Если вы правильно организуете рекрутинг в своей команде, в своей структуре, то вы гораздо быстрее вырастете. Правильно? Вот. Давайте дальше смотрим. Что еще у нас есть? Работа с консультантами. С одним консультантом. Очень многие часто повисают на одном консультанте и начинают рассуждать. Вот он там не смог, а вот он не так сказал, а он вот так и вот так. Если вы будете повисать на одном консультанте, вы так и останетесь тахта телевизор тапочки. Вам необходимо организовать работу с командой. Организовать. Работу, структуры. То есть, если вы правильно организуете работу всей структуры, а не только одного этого человека, и не будете на нем заострять внимание, а со всей структурой будете это делать, вы, соответственно, понимаете, что вы гораздо быстрее достигнете той цели, о которой вы задумались и которую вы прописали. Следующий пункт. Обучение. Конечно же, можно самому обучаться. Это прекрасно. Это нужно делать. Это личностное развитие. Но если вы будете просто обучаться и не будете обучать свою структуру, то опять же, тогда телевизор тапочки. Смотрите. Организовать. Организовать процессы обучения. Обучение структуры. Смотрите, как это можно организовать. Если вы сами компетентны, вы можете действительно дать какое-то обучение своей структуре. Если вы сами некомпетентны, то в принципе, почему бы нет? Вот сейчас вы смотрите и обучаетесь у меня. Возьмите, организуйте процесс обучения своей структуры. Сядьте, посадите свою структуру, включите это видео, вместе просмотрите и вместе обсудите, и вместе решите, спланируйте, сделайте эти действия. КПД у вас будет гораздо выше. То есть организуйте процессы обучения структуры. То есть подтяните ресурсы. Если сами не можете, пригласите какого-то лидера, пригласите директора. Возьмите через интернет какую-то информацию, возьмите мои ролики, организуйте эти процессы в своей структуре обучающей, тогда структура быстрее будет развиваться, а не только вы. Следующий пункт – продажи. Точно так же вы можете продавать самостоятельно то, что мы писали там, и продукт, и бизнес, и себя в том числе. Но вы лучше организовать процессы продаж. Организовать процесс продаж. Что это значит? Что значит организовать процесс продаж? Вот смотрите, бывают дни клиента.
на котором мероприятии на дне клиента вы можете организовать процесс продаж. Вы набираете команду и начинаете это делать. Вы можете сделать работу со стойкой. Если вы организуете, что в 2 часа каких-то определенных стоят двое человек, в следующие 2 часа стоят следующие двое, в следующие 2 часа стоят следующие двое, то тогда получится, что каждый понемножечку научится, и каждый какой-то получит результат, но вы организуете процессы продаж. Понятно, о чем я говорю? Если вы организуете процесс продаж, то тогда гораздо проще будет и гораздо быстрее будет расти ваш товарооборот. Соответственно, баллы, соответственно, ваши результаты будут расти. Следующее. Личное развитие. Личностное развитие. Личностное развитие. Если вы сами развиваетесь, то это тоже прекрасно. Но если вы организуете личностное развитие в своей команде, у вас будет действительно не просто, если точнее в структуре, то тогда вы наберете ту команду, которая будет совместно, как те мышки, вчетвером вместе делать каждое свое действие, и вы гораздо быстрее достигнете результата. Смотрите, организовать личностное развитие в своей структуре. Конечно же, вы не можете лично развивать свою структуру, ну, в плане того, что, знаете как, заставить кого-то. Но если вы организуете процессы личностного развития, развитие структуры, что это значит? Будете каких-то преподавателей приглашать, и ваши консультанты вместе с вами будут личностно развиваться. Будете какие-то курсы покупать, и вместе со своими консультантами и они будут покупать, и будут тоже личностно развиваться. Огромное количество всевозможных моментов. Просто когда вы развиваете людей в своей структуре, когда вы помогаете им и подсказываете, что им это надо, то в определенном момент у вас образовывается команда. Не все будут личностно развиваться, не все будут управленцами. Многие будут просто функционально, ну то есть привилегированным покупателем будут пользоваться, может быть будут просто продажи делать. Но у вас наберется та команда, с которой вам море по колено море. То есть вот та команда, на которую вы можете положиться. Поэтому если вы их не будете личностно развивать, то вам разговаривать не с кем будет. В конечном итоге они все вам станут неинтересны. Очень важно, чтобы в вашей структуре и в вашей команде были люди, с которыми вы сможете двинуться вперед, с которыми вы сможете делать совместные действия для поддержки друг друга, для помощи друг друга, для взаимозаменяемости. Знаете, в кризис важное правило, самое важное, это удвоение и ускорение тех знаний, тех умений, тех навыков, которые у вас есть. То есть именно в кризис, если вы начнете удваивать свои действия, ускорять свои поступки, вот знаете как? Обычно, когда человек живет в свободном состоянии, очень свободно, все спокойно, в Багдаде все спокойно, в стране спокойно, в жизни все спокойно, то он так потихонечку, нехотя в какое-то время что-то делает. Когда наступает кризис, кризис это когда что-то критическое, именно в критической ситуации активизируются все его ресурсы. И если он ускорит вот эти, вот знаете как, удвоит свои действия. Если раньше он ходил раз в неделю и регистрировал людей, рекрутировал, то здесь он будет делать, например, через день или каждый день будет рекрутировать. Удвоит, усилит, ускорит. То тогда именно вот в этот момент кризиса, в этом состоянии, человек может сделать гораздо больше. Знаете как... Вы, наверное, все знаете, когда, например, много таких ситуаций было, когда происходит какая-то тяжелейшая ситуация с ребенком,
то мать становится гораздо сильнее. Она может поднять машину, может поднять бревно, чтобы спасти своего ребенка. Это природой так дано. Именно в кризис у нас, знаете, как вот что-то мобилизуется в организме, в жизни, во внутреннем состоянии. И если мы это не будем использовать в нашей жизни, делая те же самые действия, как делали мыши, то же самое, что мы делали до этого, но ускоренно, усиленно, может быть, видоизмененно, в более глобальном масштабе. Если мы этого не будем делать, то мы так и будем двигаться, ну, постепенно и потихоньку, только состояние внутреннее наше будет плохое. Будет кризис внутри и в голове, потому что не все будет получаться. А если мы активизируем все наши ресурсы именно в момент кризиса и ускоримся, то вы не представляете, каких результатов вы можете достичь и сколько именно глобальных целей вы можете достичь. Знаете, судьбы нет. Мы сами творим свою судьбу. И от каждого из вас зависит, будете вы это делать или нет, создадите ли вы новую судьбу в момент кризиса, свою новую улучшенную жизнь в момент кризиса. Только от вас это зависит. И вам будет домашнее задание. Я не стала сегодня об этом говорить, но под этим видео вы найдете 19 шагов самоконтроля. Я вам рекомендую распечатать их и обязательно повесить куда-нибудь или прикрепить и обязательно их сделать. Когда вы начнете их делать, я готова ответить на ваши вопросы. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как у вас это получается. Все ли вам понятно в этих вопросах?